Всем привет, с вами Doom. Вот пришла опять очередная посылка с сайта eBay. А что интересно, что заказываю 1 апреля и пришла вот сегодня 15 мая, ровно 45 дней. Там еще почта неделю не работала, из-за этого так все долго. Плюс праздники майские. Вот пришла вот такой упаковочки, конверте. Чувствую, что там опять то, что я заказывал, диск упал. Ну и давайте приступим к распаковке. Посмотрим, в каком состоянии дошло. Так, надрезаем. И смотрим. Так. Все, в упаковке больше ничего нет, никаких карточек. Как в прошлый раз мне пришла карточка дисконтная. И вот такой запечатанный диск Dante's Inferno Divine Edition. В России я не нашел. Раньше он стоил 1900, я помню, на видеоигр, но сейчас там его нет. И даже обычного издания нет для PlayStation 3. Только для Xbox, по-моему. Нигде, короче, не нашел я его. Вот, а на eBay нашел. Все запечатано. Что касается цены, то обошелся он мне в диск этот вообще в копейки. А благодаря скидке $15 он мне обошелся в 450 рублей. У нас же в России обычное издание стоит около 1300, по-моему, платиновое еще издание. Вот. И вот такой вот диск. Так что опять к этому продавцу потом еще раз обращусь, уже второй раз покупаю у него. Все в целости и сохранности, все работает. И по такой доступной цене. А то все говорят, кинцо за 2300, да? Вот вам пример, 450 рублей всего. Ну, это плюс, конечно, $15 я получил скидку. Так бы она мне обошлась все равно в 900 рублей с доставкой. В России бы все равно не купить. Вот. Все, кому я заказал, ждите. Уже кто, кому пришло, отписывайтесь, конечно. Должно уже прийти все. Вот. Вот такой вот диск. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.